Новогодние праздники в Одессе особенные. Они не похожи на Новый год в Киеве, Рождество во Львове или в Харькове. С середины декабря одесситы начинают шутить о погоде, жаловаться на пробки возле торговых центров, как дети радоваться даже самому легкому снежку и втайне ждать чуда. Самого обыкновенного, семейного, уютного, доброго, искреннего и настоящего. С запахом моря, елки и мандаринов, со смехом самых родных и близких, звоном бокалов, шумом хлопушек и надеждами на исполнение загаданных в полночь желаний. Бизнесмен Аднан Киван желает всем одесситам и каждому украинцу по-настоящему счастливого Нового года и Рождества. Пусть вера – самое обычное чудо в себя, в свою семью, в Одессу и Украину объединит нас всех. Независимо от того, сколько нам лет, где мы живем, кем работаем и о чем мечтаем. Пусть силы желаний, загаданных украинцами в новогоднюю ночь, хватит для исполнения каждого из них. Пусть в каждом сердце, доме, городе и во всей стране поселятся мир, взаимопонимание и любовь. Пусть Одесса станет самым красивым, современным и богатым городом у моря, а Украина останется надежным и любимым домом для каждого из нас. С Новым годом и Рождеством! Аднан Киван.